подарок идут накладки на сиденье. Шкура лодки весит. Развернем лодку. Насос накачивает до конца и сам отключается. Отличная лодка. Черный плюс камуфляж. Гарантия на швы и на ткань 7 лет. Защита по баллонам. Всем привет, с вами Руслан, магазин «Мне лодку». А сегодня у нас 15 декабря 2018 года, и у нас на обзоре Yukona 320 надувное дно в цвете черный плюс камуфляж. Говорят, очень красивая лодка. А недавно мы делали обзор лодки Yukona 300 надувное дно. Знаем, как качественно и аккуратно упаковывает свои лодки Yukona, поэтому хочется скорее открыть эту упаковку и посмотреть на этот красивый цвет. Сегодня мы замерим параметры этой лодки, взвесим ее по отдельности на весах, замерим высоту транса. Многие спрашивают этот параметр. Лодка идет вот в такой заводской упаковке. Размер ее в длину 110 сантиметров. На коробке надпись Yukona 320 надувное дно, цвет черный камуфляж. Давайте приступим к обзору, откроем коробку. Вот так лодка упакована в коробке. Лодка идет в синей сумке. В подарок идут накладки на сиденье с сумкой. Две накладки, одна сумка. Надпись Yukona. Фирменные. Вся лодка находится в одной сумке. Полов здесь нет, это лодка с надувным дном. Сейчас мы ее поставим на весы и взвесим. Итак, лодка в сумке, 41 килограмм, 150 грамм. Открываем сумку. Сумка на трех ремешках внешних. Идет в виде конверта, внутри еще два ремешка. В комплекте две скамеечки. Весла в отдельной сумке. Пятилитровый насос, ремонтный набор, здесь клей, тюбик клея, кольцо для крепления страховки мотора, и ткань ПВХ камуфляжная. А также черная, серая, зеленая варианты ткани для заплаток. Лодка аккуратно упакована. Все замотано в целлофан, полиэтиленовую пленку. Подложены специальные мягкие прокладки. Давайте посмотрим, что внутри сумки с веслами. Какие весла. Разборные алюминиевые весла. Такой колпачок из ПВХ ткани одет. Два весла. Длину мы сейчас замерим. Да, еще один колпачок. На вторые части весел он тоже одевается, чтобы ничего не повредить. Взвесим лодку по частям. Сначала шкуру, то есть саму лодку. Шкура лодки весит 31 килограмм 150 грамм. Насос 800 грамм. Накладки на сиденье с сумкой 1 килограмм 300 грамм. Банки или сиденье 2,8 килограмма одна штука. Если две штуки 5 килограмм 400 грамм. Весы примерно взвешивают. Весла. Два весла, 1 килограмм 600 грамм. Ремонтный набор
350 грамм. И сумка, конверт от лодки. 1 килограмм 700 грамм. Развернем лодку. Все аккуратно упаковано в целлофан. На все острые элементы лодки, это уключены колпачки от клапанов, одеты вот такие пенальчики из ПВХ ткани для защиты лодки от повреждений в свернутом виде. Клапана здесь стоят Ника, красный сердечник, буква N. Это хорошие качественные клапана. Накачивать в лодку она состоит из трех отсеков. Два кормовых, один носовой и четвертый — это надувное дно. Накачивать будем нашим проверенным насосом Marlin GP80B. Где купить? Ссылка здесь появилась вверху, смотрите. Подключаем насос, ставим 250 миллибар, это давление в баллоне. Насос накачивает до конца и сам отключается. Лодку накачали, весла поставили, весла здесь с фиксаторами, надежно крепятся, легко закручиваются, все аккуратно сделано. Скамеечки легко ставятся на электрос, удобно перемещаются вдоль бортов, две скамеечки. Здесь скамеечки широкие, 95 сантиметров в ширину. У лодки есть ручка в носовой части для переноски. Лодка с килем. Защита по килю, защита по бортам, по баллонам. Снизу установлено, сейчас поближе все посмотрим. Отличная лодка, черный плюс камуфляж. Итак, давайте посмотрим на Yukon 320 надувное дно, черный плюс камуфляж поближе. У лодки есть весла на поворотных уключенных, весла с фиксаторами, скамеечки две широкие, 95 на 23 сантиметра. Лодка с надувным дном низкого давления. У лодки три отсека, это для накачивания баллонов. Два кормовых, один носовой и отдельно накачивается надувное дно. Баллоны мы накачали до 250 миллибар, надувное дно до 300 миллибар. В носовой части лодки установлено полукольцо металлическое для крепления, например, бензобака. Носовая часть — эмблема Юкона. Ручка для переноски. На лодке установлена привальная лента с волноотбойником, за которую можно крепить тент. Леерный трос вдоль борта идет. Ручка шкипера. Эмблема Юкона. Транец, трансовая доска 27 мм. Максимальная мощность мотора 9,8, который рекомендует производитель ставить на эту лодку. Грузоподъемность 550 кг. Накладка установлена пластиковая с внутренней стороны транса. Здесь предусмотрено отверстие в трансе для установки кольца крепления мотора. Кольцо идет в комплекте, сейчас мы его установим. С внешней стороны транса установлена накладка фанерная. У лодки есть сливной клапан. Брызговики как сверху, так и снизу. Интерцептор. Две ручки на конусах для того, чтобы переносить в лодку.
Транец вклеен к баллонам на мощных стаканах, таких вот пластиковых или резиновых. И сверху еще все обклеено ПВХ тканью. Давайте посмотрим на швы лодки поближе. Лодка эта идет со сварными швами, как и все лодки Юкона. Швы у Юкона сварные. Сварные, аккуратные. Эта лодка комбинированная. Здесь черная ткань и камуфляжная ткань соединяются. Гарантия на швы и на ткань 7 лет. Все элементы аккуратно приклеены. Швы сварные. Надувное дно идет из ПВХ ткани 900 грамм на метр квадратный плотностью. Баллоны тоже 900 грамм. То есть вся лодка из ткани 900 грамм на метр квадратный плотностью. Мы рекомендуем в эту лодку установить коврик. Эва коврик, который мы также производим. Для этой лодки у нас есть лекало. Заказывайте вместе с лодкой. Он защитит пол лодки от проколов, порезов, а также от грязи. И сделает для надувного дна, это очень актуально, коврик, он сглаживает вот эти все неровности надувного дна, и пол становится ровным. Давайте посмотрим, как защищена лодка со стороны днища. Вот так лодка выглядит со стороны днища. Здесь идет защита по баллонам привальной лентой, то есть от самого концевика баллона. Даже заходит на концевик. И до носового подъема. Также защита установлена по килю. Такой же лентой. Естественно, по второму баллону тоже. Лодка килевая. У нее явно выраженный киль. С трансовой стороны лодка выглядит вот так. Сливной клапан установлен по центру, интерцептор, брызгозащитные уголки снизу и сверху. Давайте померим высоту транса от верха до интерцептора. Эта лодка предназначена для установки мотора S с короткой ногой. Высота транса здесь от самого верха и до интерцептора 43 сантиметра. Сегодня мы посмотрели лодку Юкона 320 надувное дно в цвете черный плюс камуфляж. Отличная, качественно собранная, надежно упакованная лодка с 7-летней гарантией от Юкона. Гарантия идет на швы, на ткань. В подарок к этой лодке сразу в комплекте идут вот такие мягкие накладки на сиденье плюс подсидельная сумка. Длина этой лодки 320 сантиметров, она идет как трехместная. Мотор, который можно поставить, 9,8 лошадиных сил, это максимальная мощность, рекомендуемая производителем. Характеристики этой лодки смотрите под этим видео, а также на нашем сайте. Ну и вот сюда вот мы вывели основные характеристики, это ее вес, ее отдельных частей, а также основные характеристики лодки. Доставка этих лодок транспортными компаниями. В заводских коробках, коробки надежные, пятислойный картон. Доставка по всей России, а также Белоруссия, Казахстан. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить очередные видеообзоры. А с вами был Руслан, магазин «Мне лодку». Всем пока!